хочу показать вам один простой способ закрепления бленда или нечетного количества нитей с лицевой стороны. Мне нужно вышить ряд крестиков. Для этого я ввожу нить на небольшом расстоянии от начальной точки первого стежка. Делая первый полукрестик, не натягиваю нить сильно, чтобы случайно не вытащить наш хвост. И уже вторым стежком перехватываю нить с изнаночной стороны. В этот раз я тяну нить сильнее, а хвостик остается на месте. Значит, все получилось. Заканчивая ряд полукрестиков, выдергиваю хвостик на изнаночную сторону. Как видите, нить надежно закреплена, все красиво и аккуратно.